18 мая 2012 года в Малом актовом зале Московской духовной академии состоялась презентация официального канала киностудии «Богослов» на видеохостинге YouTube. Новый ресурс представили председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Евгений, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда и генеральный продюсер киностудии протоиерей Павел Великанов. Рад приветствовать Владимира Романовича Легойду, председателя синодального информационного отдела, наших преподавателей, студентов, представителей средств массовой информации. Примечательно, что именно мы собрались здесь, как я уже сказал, в старейшем учебном заведении нашей России. Различные начинания не просто постепенно развиваются, они требуют, конечно, определенных усилий и каких-то финансовых затрат, но главное, наверное, чтобы была определенная инициатива у тех, кто это задумывает, и, слава Богу, она у нас в Академии есть. Киностудия «Богослов» создавалась в качестве площадки по производству видеоконтента для портала богослов.ру. В короткие сроки киностудия прошла этап становления. И в настоящее время является первой киностудией Русской Церкви, ориентированной на производство образовательных и научно-популярных видеоматериалов. Я абсолютно убежден в том, что то, что сегодня происходит, что открытие видеоканала «Богослов» – это событие. Это событие не только для Московской Духовной Академии, это событие не только для духовных школ Русской Православной Церкви, это событие общецерковного значения. Генеральный продюсер киностудии «Богослов» протоиерей Павел Великанов рассказал присутствующим представителям СМИ и гостям, что для удобства пользователей официальный канал разделен на 10 рубрик. Среди материалов, выложенных на канале, многочисленные доклады, лекции и интервью с ведущими специалистами в области богословской науки и образования, как отечественными, так и зарубежными. Особое внимание уделяется актуальному вопросу интеграции системы духовного образования в Болонский процесс, что отразилось в одноименном разделе канала. Рубрика «Новеллы и зарисовки» содержит художественные работы киностудии. Сотрудники киностудии «Богослов» надеются, что работа канала YouTube позволит увеличить аудиторию, интересующуюся богословием, а у самой студии в дальнейшем появятся возможности для расширения продукции, достижения высокого уровня в создании учебных видеоматериалов для духовных школ и реализации планируемых кинопроектов.